Привет, танкисты! Особенно Саня Столбцов. Надеюсь, у вас все готово к завтраку, потому что мы начинаем! На первой секунде этого боя на Сергея 728 обрушилась ответственность. Он в топе. У него две отметки на стволе и нижняя база на ласвеле. И как сказал бы похожей ситуации Оби-Ван Кеноби, «Все кончено, Энакин. Я стою выше тебя». Серега сразу понял расклад. Поэтому общение с союзниками начал с бодрого «Нужна помощь!» Команда ликующе промолчала. А союзный ЕБР слился в городе. Логично, что СТБ с его ВН начал бой на перевале. Он потолкался с минуту, потыкал в уязвимые точки и уехал назад на базу. Потому как стало тревожно. В кишку никто не пошел. Леопард стоит как вкопанный. И счет 2-0 в чужую пользу. Серега стоял, стрелял, но лучше не становилось. Надежда на победу погибала в городе. Там одинокий 114 СП-2 сдерживал натиск и кричал друзьям: «Я задержу их! Ничего!» Лайки, если понял отсылку. Наверное, где-то в сердце или другом нежном и чувствительном месте Сергей понял, что это, если не конец, то его синоним. И занял позицию за камнем на базе. Он ее так обживал, а потом такое здесь творил, что это место ему явно было знакомо. Ну а если нет, то он просто чертяка восхитительный. Месиво началось с того, что Сергей щелкнул Т-54 на 340. На его стоны прибежали сочувствующие. В количестве, достаточном для взятия власти в средней африканской стране. В их суетливых движениях было предчувствие победы и желание урвать свою долю домашки. Но на этот хитрый план нашелся коллектив с другим взглядом на жизнь. Энтузиазм разбился о жесткую позицию. В это время в ущелье идет быстрый размен машинами. В какой-то момент дело идет к сливу, но танки с нижней базы переключают внимание наверх. Все дерзкие гибнут, и здесь снова устанавливается хрупкое равновесие. Хороший момент для противников в городе, чтобы прыгнуть и всех смести. На их стороне численный перевес. Но, похоже, рисковые парни закончились и здесь. А нет, черепаха ползет вперед. СТБ насовывает ей в борт. Между делом обнуляет М103. Это первый фраг, но есть уже 4746 единиц урона. Серега продолжает разделывать черепаху как бог. Получает пробитие на 300. Но странно, что только одно. Потому что играет рискованно, подставляет борт башни. Сергей добивает присмыкающуюся. А противник ликует. Ему не жалко, потому что ущелье прорвано. Ребята давят с огоньком. Счет 7-13. СТБ остается вдвоем с Чаром. Списывает ТВП, но это ничего не меняет. Чар сходит с ума. Он выходит из укрытия и бросается на противника. Забирает СП, забирает 1390, забирает Конкерера. Ого, красивая атака! Но Т-54 снимает с поля Чара, и СТБ остается 1-4. Перевес по ХП у противника раза в 2. Все танки изрядно потрепаны. У СТБ прочности на 2-2,5 выстрела. При грамотной координации он не проблема. Но противник не смог. ЕБР прыгает на СТБ слишком рано. Т-54 реагирует слишком поздно и уходит в утиль. ЕБР крутится вокруг, но СТБ не ведется на провокацию, осторожничает. И это правильно, ведь где-то есть Кунцпанцер и Проджета. Кстати, а вот и он. Короткая стычка, СТБ кусает итальянца и сам теряет почти все ХП. У него остается 56 единиц. Любое столкновение может стать фатальным. Бой переходит в танец шотных лебедей. СТБ показывает класс по маневрированию в стесненных условиях. Проджета держится достойно, но делает не пробил, и это все решает. ЕБР не видит эту трагедию, потому что непонятно где шляется. Опоздал и уничтожен. СТБ вырулил, но где же Кунцпанцер? А он, красивый и толстый, свалился с дороги. Стоит неподвижный, но не беспомощный. Жалом шевелит уверенно. До конца боя 4,5 минуты. В чате требуют: «Бери базу!» И СТБ едет брать базу. Но делает это как-то странно. Не по тропе, напрямик, а в обход. Он все-таки решает добить противника, но тот огрызается. Опасно, очень опасно играть в такие игры с 56 хп и 5 снарядами. Взять базу надежнее. Сергей решительно едет делать дело, но не может побороть искушение сделать пару блайндов. Команда настаивает в чате, чтобы он не маялся дурью. Но кто-то шепчет прямо в мозг: «Используй силу, Сергей». И он добивает последнего противника предпоследним снарядом. 9800 урона, 7 фрагов, мастер и мастер-джедай. Оставляем адепта силы почивать на лаврах. А на сегодня это все. Еще увидимся.